Всем привет! Сегодня на обзоре мотоцикл Минск М1 C4 250. Он является отличным вариантом для передвижения по городу. И сейчас расскажем, почему. У него низкий центр тяжести и глубокая посадка, что позволяет водителю выбирать самые крутые повороты без потери равновесия. Двигатель четырехтактный, объем 250 кубов. Мощности по городу ему хватает. Пятиступенчатая коробка передач. Также есть боковая подножка. Огромным преимуществом этого мотоцикла является его расход. Всего 2 литра на 100 километров. Топливный бак рассчитан на 15,5 литров. С такими характеристиками заправляться часто не придется. На первый взгляд может показаться, что мотоцикл рассчитан только на одного пассажира. Но это далеко не так. На сиденье закреплен пластик, который в любой момент можно открутить при помощи шестигранника. И тогда вы получаете полноценное сиденье для двоих. Также для вашего пассажира предусмотрены складные подножки. Приборная панель имеет все необходимое для передвижения по городу. Тут есть тахометр, индикация передач, спидометр, уровень топлива, пройденный пробег. Можно поменять подсветку, оранжевая либо голубая. Мотоцикл оснащен сигнализацией. Давайте заведем, послушаем, как он работает. На передней фаре светодиодные ходовые огни и, конечно же, ближний и дальний свет, а поворотники на гибких проставках, что защищает их от поломки. Дисковые тормоза на переднем и заднем колесе. Сами диски литые. Смотрится очень красиво. Подведем итоги. Минск М1 C4-250 отлично подойдет для города, ведь он может обеспечить комфортное и динамичное передвижение. Плюс ко всему, он экономичен в обслуживании. Такой мотоцикл вы можете приобрести у нас на сайте evomoto.ru. Все подробности в описании под видео. Если у вас есть или был M1 C4-250, просьба поделиться своим опытом в комментарии. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. До новых встреч!